Всем привет! Если вы проверили административную строку и у вас вот такая система получилась, то ну, в смысле что-то где-то где-то что-то вы нарушили, или, например, этот кто он антивирусинг сожрал, или дистиллятор что-то неправильное чистилка, ну все бывает в этой жизни, здесь что-то как-то не помогает ни хрена теперь после этого делать. Ну, вам придется обновляться по-любому, или через Windows обновиться получится, или семерка там обновляется, восьмерка обновляется, десятка обновляется, старый да с поздней до первой, потом скачали что-то. Ну, если у вас не получается никак, или интернета просто нету, ну, можете у соседа взять, скачать. Это дело поправимо, это все делается без интернета и легко. Сразу говорю, что у меня это одна и та же система. Windows 10. Сразу говорю, чтобы не было никаких вопросов, то скажите, это второй компьютер, так как у меня нету второго компьютера. И у меня сама по себе проблема это по-настоящему. Вот я показываю, вот она моя система вся. Можете потом сопоставить на всякий случай. Ладно, тогда поехали делать. И однозначно надо вам скачивать или с центра Windows, там надо учетную запись, или будете скачивать у кого-то на портале, или еще у кого-нибудь, или у кого-то жесткие диски, на жестком диске есть, или просто на диске есть, я не знаю, где-то вы должны где-то что-то какую-то взять, десятку, семерку, восьмерку, шестерку, я не знаю, что там у вас есть. Вот. И чтобы не потерялись вот эти все ваши данные, которые есть, я имею в виду на C, вот, чтобы ничего не потерялось, и все ваши документы, и все вопросы, чтобы не были. Вот. Скачали. Ну, возможно, у меня скачает. Но я сегодня-завтра, послезавтра скину вот семерку. И десятку. Вот. Или эту скину просто-напросто. Вот. Мы ее открываем. Я вот проводник делаю через проводник. Может кто-то через zip, но это не важно. В любую папку копируйте. Вот я вот сюда, например, скопировал. Просто так уберете и мяу. То же самое, что и RAR, и все остальное. Вот скопировали. Ну, вам обязательно надо, чтобы была 32, 32, 64, значит 64. Потому что они 32, 64 не может быть совместимое. Вот. А 64 есть 64, ну, все остальное. Вот у меня последняя версия октября месяца 2018 года. Ну все, поехали. Берем от имени администратора. Это просто-напросто накладка. Я потом покажу в следующем видео, как полностью все удалять. Все файлы лишние. В принципе, все, можно закрывать. Но это то же самое делать, сразу предупреждаю. Если у вас какой-то из них антивирусник, вот у меня антивирусник. Вот, например. И в смысле это, его обязательно надо приостановить защиту у кого-то, если есть. Вообще вот APRS устанавливаю, закрываем его вообще, чтобы он не работал. Вот так вот. Нету его. Мы закрываем его, чтобы он не мешал. Вот эта система, она потом сама по себе. Короче, лучше ли обновить или совсем отключить, потому что мало ли. Чтобы сбоев не было никаких, чтобы была десятка вот эта ваша активирована обязательно. Активация надо, чтобы была. Вот. Если не активировано, активируйте, потому что вам придется, если активации нет, вот здесь должна появиться сейчас.
вот появилось, что типа не надо мне обновляться. А если не обновиться, то если будет без ключей, здесь будет сразу писать дайте ключи. Типа здесь включаем, проверяем. И вам обязательно 20 гигабайт, чтобы вот здесь вот было обязательно. Если не будет 20 гигов, он вас, честно сказать, пошлет дальше, тем лучше. Вот. Сейчас он проверит все обязательно. Вот. Ну тут, не знаю, можете читать, можете не читать, потому что здесь надо смотреть. Применяем это все. Еще раз говорю, что это без интернета все делается. Не надо интернет. Вам только придется или у соседей скачать, или скачать, я не знаю, где получится. Или у кого-то есть десятка на диске, чтобы поставить диска. Вот то же самое можете сделать через диска. Вот на C ложить не надо ни в коем случае, может быть сбой сразу. Я пока на паузу поставлю. Ну что, в принципе, все получилось. Сейчас у меня все отключится и все начнет работать. Буквально через час оно мне восстановится. Я видео сделаю и все будет окей. Пока, всем до следующего раза.